Hi guys, welcome back to Junris Blagadag Reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasibo to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Foreigners Comments About Russia. This is another part or part 13 on our video reaction to Foreigners Comments About Russia. And credit to the owner also with the video, to Tablet for Memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any video of Russia or any Russian artist that you can suggest, please drop it in the section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. And I would like to thanks to all the people who came in our previous video and leave their comments. Thank you so much guys for watching and leave your comments. I put in here, thank you so much 100 times. I'm so happy that seeing your comments, you watching and supporting in my channel, that would make my heart so happy and so joyous. Also, please, let's get to it. Enjoy with this amazing wow. Thank you so much for this video. Video. Привет. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новая 154-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев» под видео о России. И сегодня для вас, как всегда, классный выпуск, ну что, поехали. А первое очень веселое видео называется «Тем временем в России». Ну-ка, Андрюха, давай-ка показывай красавца сегодняшний улов. Выводи. Ай, красавец, а? Так, ай, здоровается это он с вами. О май, that's huge. Ну-ка-ся, давай. Вот они, красавцы-то. Вот это рыбалка. Вот такие лосинские мастера. Взяли дверь с 11-й. Одну металл сдали, вторую поставили, купили. Видите, oh my, красиво goodness. Получилось. Косынку осталось только уварить, и все. О, клиент приехал. Здравствуйте. А вы не могли бы посмотреть, мне свечи что-то подтраивает? Все, давайте. Поглядите мне свечи, пожалуйста. Там, по-моему, люди с поломанной ногой хотят купаться, вот так вот. Таким образом купаются. Очень красивые красавчики тут на пляже бывают. Ну правильно, а что делать? Сломано, не сломано, а витамин D и водные процедуры в первую очередь. Друзья, видео относительно новое, комментариев мало, какие есть интересные переведу. Первый, каждый раз, когда смотрю подобные видео, возникает импульс переехать и жить в России, а также узнать побольше о местной культуре. Обязательно приезжай, дружище, но прежде тебе нужно пройти курс молодого славянина. Следующий комментарий, сумасшедшие, веселые и немножко глупые видео, но я люблю это. Дружище, какие глупые, читай между строк. На 5-й минуте 37 секунде я вот пытался тоже необычным образом завить свои волосы, но у меня ничего хорошего не получилось. Дружище, зато ты попробовал, и теперь еще немножко больше похож на Брюса Уиллиса. А мы переходим к следующему очень жесткому такому видео, которое называется «Краповый берет спецназ». Одна из самых тяжелых битв для русского спецназа. Солдатам необходимо преодолеть полосу препятствий, минное поле, стрельбище и рукопашный бой. Это тестирование навыков, выносливости и прежде всего боевого духа. Здесь человек борется не с инструкторским составом и не с квалификационной комиссией. Он борется прежде всего с самим собой. Я знаю, что получу и уеду отсюда. Берете назад. Главное убежать. Для тех, кто преуспел, главной наградой является краповый берет. Целуешь его, поднимайся, надеваешь берет, соси волю в кулаки, ты кричишь это заветное слово. Еле-еле сдерживаю слезу, хоть и мужчина, да, он не плачет, сдерживаю слезу на глазах, думаю, все.
спецназ, краповый берет. Друзья, если хотите, чтобы перевел это видео полностью, напишите об этом в комментариях. А мы переходим к реакции иностранцев. Первый, невероятно сильные солдаты. Отличная работа, вы сдали этот экзамен. Следующий комментарий, ну АК это просто невероятно. В любой погоде, в грязи, всегда сможет стрелять. Эти русские, конечно, сделали то еще оружие. Дальше, подождите, пока камеру выключат. Вот тогда начнется реальная тренировка. Дальше, будучи американцем, я восхищаюсь российским стремлением к суверенитету. Пусть всегда будет между нами мир. Да мы тоже все за, вы там только своих радужных и маразматичных лидеров-то поуспокойте немножко. Дальше, тем временем в Америке Эмма и ее две мамы. Да, как сделать антирекламу своей армии? Да уж, а Брайан и его два папы подали на американскую армию в суд за то, что по уставу нельзя носить радужные носочки. Следующий комментарий. Самая классная часть вот этого видео, когда вот эти молодые спецназовцы встают на колено и зачитывают присягу. Следующий, они стреляют из своего оружия для того, чтобы показать, что оно все еще работает. Братишка, почему бы это? АК всегда работает. Дальше спецназ. Самые лучшие воины в мире. Мое огромное уважение и признание этим воинам. От Андре из Бразилии. И следующий русский комментарий, но я все-таки его переведу. Пишет Ирина Титова. Пока в России есть такие смелые ребята, мы можем спать спокойно в мире, зная, что наша страна под надежной защитой. Да, мы переходим к следующему очень красивому видео. Реакция иностранцев на северное сияние. Wow. This is breathtaking. Neon lights. Ну, красота просто завораживает. Переходим к комментариям. Первый. Сногсшибательно. Очень повезло увидеть такую красоту. Дальше. Невероятно. Да еще и падающие звезды. Люблю это. Дальше. Очень странно видеть подобное, когда вы находитесь под этой штукой, и она вот так вот расползается по всему небу. Знаете, такие тревожные чувства. Господи, вот насмотрится американских страшилок и начинают менять пол и бояться северного сияния. Следующий комментарий. Я слышал, что северное сияние не такое уж и цветастое, если видеть его собственными глазами. Но каким-то образом камера ухватывает вот эти вот дополнительные цвета, которые не может видеть глаз. Возможно, кто-то, кто жил рядом с полюсами, могут рассказать об этом. Да, кстати, ребят, напишите в комментариях, кто там наблюдает северное сияние постоянно, правда это или нет? И каково оно вообще? Дальше, если ты когда-нибудь думал, а что это такое жить в матрице? Вот иногда ты можешь это понять. Дальше, невероятно. И последний комментарий. Вот это вот красота из матушки России. А мы переходим к следующему видео, в котором российские истребители перехватили и, скажем так, выдавили американский разведывательный самолет, который летал над Черным морем. Разлетался Петя. Переходим к комментариям. Первый, я вот действительно надеюсь, что уходящий канцлер Германии Ангела Меркель что-нибудь скажет об этом агрессивном поведении самой мирной нации на планете. Вот эти агрессивные выпады Соединенных Штатов Америки могут начать Третью мировую войну, и гусеницы танков снова будут давить европейские холмы. Да все, Ангела уже оттанцевала. Теперь с новым правительством Германия, по-моему, еще глубже залезла кое-куда Америки. Ну, посмотрим. Жизнь покажет. Следующий комментарий. И Соединенные Штаты то же самое делают в Южном Китайском море. И кто теперь воинственный, а? Представляете, если бы Китай и Россия делали то же самое над Аляской, над Флоридой, рядом с калифорнийскими границами. Когда-нибудь у Китая будет достаточно самолетов для того, чтобы патрулировать вдоль Кубы, Южной Америки, Арктики. И они вспомнят вот эти вот дни американских угроз. Следующий, самый лучший способ спровадить этот самолет, это использовать авангард. Дружище, чего мы будем тратить авангард? Шойгу просто возьмет, опять сыграет в бильярд американскими спутниками, и одним из них сделает свояка в самолет-разведчик. Дальше. Я вот не понимаю, почему это американские самолеты так далеко-далеко разгулялись от своего дома? Может, они потерялись? Да, они попутали яхту с бухтой. Дальше. Когда Россия делает, это агрессия. Когда США делает, это окей. И вообще нету никаких передовиц новостей по этому поводу. Кстати, браво опять русским пилотам. И последний комментарий. Соединенные Штаты и их союзники хотят забазироваться уже прямо рядом с границами России. И, кстати, ту же самую политику они ведут и по отношению к Китаю. И
они требуют, значит, чтобы Россия никак на это не реагировала. И верила им на слово, что это, мол, не против России. Возможно, что те, значит, деятели, которые у власти в Вашингтоне сейчас, вообще не понимают, чего США творит. И не помнят, как Советский Союз пытался установить свои стратегические орудия на Кубе. В данном случае Москва имеет право предпринимать любые действия по отношению к американским самолетам. Вот, друзья, мне интересно, что вы думаете? Напишите в комментариях, каким образом России нужно действовать в данный момент. Может, вы думаете, что нужно действовать жестко, может, вы думаете, что нужно как-то подипломатичнее или еще как-то. Напишите об этом в комментарии. А мы переходим к следующему коротенькому такому видео. Сергей Лавров просто недавно отреагировал на надоедливого фотографа. Ну что, нафотографировался? Я не собираюсь для тебя плясать. Иди отсюда. Ну правильно, один раз фотографировал, иди отсюда. Переходим к комментариям. Первый. Он, возможно, самый уважаемый дипломат в мире в наше время. Дальше. Настоящий государственный деятель. Объяснил все четко и понятно. Дальше. Он одновременно и забавный, и в то же время показывает свой класс. Следующий комментарий. Ну, по крайней мере, Лавров не разъезжал на танке для фотосессии. Следующий комментарий. Великолепно. Дальше. Сомневаюсь, что он шутил. Похоже, он серьезен. И последний комментарий. Какой-то русофоб пишет. Лавров — это просто вор. У него любовницы везде по всему миру. Какой позор. А ну давайте почитаем комментарии под комментарием. Первый, кто-то смеется. Твой канал объясняет твою позицию. А у него на канале, я зашел, посмотрел, там один подписчик. Дальше. Ну что ты несешь? Следующий. Я хочу быть его следующий. Ниже. Ты просто завидуешь. И последний. А террористический Запад — это что, лучше? Я даже по-другому скажу. Министр иностранных дел, который, скажем так, любит месить глину, при этом он не скульптор. Это что, лучше? Ой, да, друзья. А я хотел бы поблагодарить несколько человек, которые поддержали канал недавно. Спасибо Ире Ок, а также Александру Платову. Они стали спонсорами канала. Также хочу поблагодарить за поддержку Рашида Конвярьевича. Также благодарен Сергею Павловичу. Спасибо кому-то, кто прислал поддержку на Сбербанк. Не видно вашу фамилию. Огромное вам спасибо. И кто-то также прислал поддержку на Яндекс.Кошелек. Друзья, огромное спасибо вам за поддержку. Не сбавляем оборотов, делаем много новых интересных видео для вас. Новое видео выйдет на канале уже завтра. Вот такой вот у нас бодрый декабрь. А на сегодня это все. Берегите себя. Всего вам самого доброго. Спасибо. Oh my god. This video, it's just a lot of happiness and interesting to see and watch, because it's so funny that these foreigners are so impressed and so shocked the way how the Russian, what the Russian had to offer, like seeing those huge fish. Oh my god, that's so gigantic. There is always like humor and great in the Russian, because they are not just like so serious or whatever it is, but if you watch with them and if you know them, there is like a funny side on them that you truly enjoyed. And there is so amazing reading those comments of the foreigners. That's interestingly, and they are just so laughing and so impressed the way how the video was made, and that's so amazing. I hope guys you enjoyed, because this video made my day. I'm so happy and so smiling all the entire video, because such an amazing and interesting and funny video. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, because I enjoyed it so much. If you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, and if you have some additional information with regards to this video, please drop it in the comment section. I would love to read and respond you all. And if you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and subscribe also to my channel. This is Junris Blagadag React, saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much, Privet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you on my next video reaction.